Конечно. Почему это фигней? Так. Посмотрим, что у нас бывает, когда в России раннее утро. Кто-то либо не лег, либо вряд ли, но уже встал. Да. Количество людей, как правило, на 40 раз меньше, чем утром. Конечно, да, мы так, про мелочи. Так вот, да, привет из Питера. Так, у вас утро и у нас утро. Тут моя любимая. Ну, давай, расскажи что-нибудь. Поделись секретами красоты и молодости. Красоты и молодости? Да. Плюс 15 килограмм. Плюс 15 килограмм. Ваша кожа будет вся без морщинок, очень упругая, сексуальная и аппетитная. А, привет из Лондона. Шотландия на связи. Вау, прикольно. Привет, находки. Лицо в студию? Ну, ребят, я свое лицо еще покажу. Я обычно его показываю в начале и в конце. Так. Чем жена занимается? Жена работает. Привет, Питер. Это наша штанга. Это наше утро. Где четвертая серия? Я не знаю. Монтируется наша четвертая серия. Вполне возможно, что сегодня успеют загрузить. Просто порой загрузка проходит за 3-4 часа, а иногда выходит и часов за 10. Какую операцию делала жена? Пластическую. А я просто решил порадовать вас этим утром красивым-красивым видом. Ой, в Якутии минус 47, ребят, а у нас плюс 33. Разница с вами 80 градусов. Я просто такой маленький кусочек позитива решил показать, даже не информативное сегодня у нас видео. Выпускать линию одежды, да, планирую. Она уже начинает выпускаться, просто время уходит на патенты и на все остальное. Название вилла не помню, как называется. Привет Израилю. Пешком до пляжа можно дойти, где-то получается ровно 20 минут. Питер снегом завалило, да, а у меня резина уже вся там стерлась. Ребята, про фарму я вообще не люблю комментировать. Не я ли, не кто ли, не как-то. Вот, какой город? Хукет, где-то тут. Доброе утро, салам. Колка вдрыхнет? Нет, почему? Димка уже все, Димка монтируется весь. Я же говорю, у нас на съемки уходит часов 6, наверное. Просто не всегда камера включена. А на монтаж уходит гораздо более долгое время. Так, кто-то написал мне: Саша, доброе утро, и вам. У нас здесь холмики. Горы. Будет ли сегодня четвертая серия? Ребят, я еще не могу пообещать, с большей вероятностью будет. А Миронов должен сегодня подойти. Вчера вечером заходил к нам в гости. Встреча с подписчиками. Да, рано или поздно обязательно будет. О, доброй ночи, кто-то пишет. Жарко? Солнце очень жаркое. А так, если на солнышко не выходить, то вполне хорошо. Так, ну все хотят, чтобы я показал себя. Ребят, ну, я это я. А остров все-таки гораздо красивее. Так что вот так. Леди Боев видели? Нет, не видели. Может быть, пойдем посмотрим. Никто не обгорел? Да нет, почти все ребята обгорели так или иначе, потому что умудряются на солнце проводить достаточно много времени. Плюс днем ребята ходят на пляж. Да, где-то там Денчик был на заднем плане. Где-то вы меня видели. Как дела, Кокляева? Нормально, скоро с ним увидимся. Вот. Когда качаться пойду, только мы каждый день тренируемся. Так, вольно или невольно, у нас выходит много чего. Сейчас начали заниматься тяжелой атлетикой, но происходят у нас и наши стандартные тренировочки. Так, тут у нас лестные комментарии пошли от ребяток с большим интеллектом, я смотрю. Ну ничего. Мы это переживаем. Ну что? Татуху на самом деле я прячу либо под одеждой, когда я на солнце, и плюс сверху еще и крем, а болташка идет. Какие у нас добрые люди, я смотрю, в стране проснулись. Ребята, это либо похмелье, либо вечная изжога. С изжогой надо бороться. Могу вам прорекламировать Ренни. Сколько у нас времени? У нас скоро, по-моему, 10:30 где-то утра. Так. Зачем такие губы? Чтобы целоваться было удобнее. Показываю вам дальше наш красивый вид. Отморозки? Отморозки сами потихонечку уйдут из видео. Зачем же их банить?
С татухой на солнце можно, ребят, но если вы в татуху вложили достаточно своих сил и денег, то нету смысла. Здесь же дело не в том, что она блекнет, а дело в том, что слои краски перемешиваются. Любая же татуха, она многослойная, и получается, что вместо четкой красивой татуировки вы начинаете иметь какое-то серое или синее пятно. Вот в чем дело. Клокова покажи. Клоков на первом этаже. Сколько будет серий каникул? Серий каникул должно быть 8. Возможно, будет 9. Посмотрим от того, как будет монтироваться. А сколько лет было первое тату? Первое тату началось 19 февраля 2006 года. Что делаем в Таиланде? На тайских каникулах находимся. В проекте Дмитрия Кокова, вторая часть. Ее и снимаем. Сколько присед? Небольшой присед. 160 на 20. Приседаю, больше не захожу. Сколько дней еще на вилле? Дней 6. Почему я на свободе? Потому что почему и вы? Так что вот. Конечно, все хотят на солнце. Мы тоже очень радовались тому моменту, что мы смогли выбраться с паспортом на Питера. У нас же в Питере вообще есть белые ночи, но почему-то не знаешь, что у нас еще есть и черные ночи, когда целый практически день темно. Какой курс бата к рублю? Ну, за 1 бат 2 рубля получается. Так, открываю микрофон. Трансляции делаю, ребят, 2 раза в день. Больше, ну, тяжеловато, потому что не всегда успеваем. Еще свои съемки идут, помимо Диминых. Какое блюдо тай? Острое. Сколько мы лет с супругой? Достаточно. Не знаю, какое блюдо тайское полюбил. Никакое. Здесь очень-очень вкусные фрукты. И мы практически постоянно едим фрукты и пьем БЦАшки. Так, рассказать об улаве 5-летней давности. Смысла нету, ребята, рассказывать о том, что было, потому что ничего приятного в этом нету. Экскурсию по дому обязательно устрою, я уже на днях ее показывал. Супруг каким спортом занимается? Фитнесом занимается, но сейчас у нас в таком неком межсезонье. Так что вот так. Ну что, прощальные виды Таиланда. Голубое небо. В Таиланд сейчас везде дорого ездить, потому что у нас везде большой курс. Все, до новых встреч и вечером увидимся. Пока-пока.